Всем привет! Сегодня я буду готовить ужин на скорую руку. Все готовится быстро, просто. По времени ужин у меня занял на приготовление 30 минут. Присоединяйтесь ко мне. Давайте вместе готовить. Ужин я готовила на всю семью, на 4 человека. Для приготовления мне понадобилось куриное филе, растительное масло, петрушка, чеснок, специи, 2 помидора, цветная капуста, соль, 2 луковицы и 3 картофелины. Для начала я разделала капусту, отрезаю от нее хвостик и разбираю на соцветия. Можно это сделать руками, либо разрезать ножом. Затем я промыла капусту под водой. Ставлю разогреваться в кастрюлю где-то пол кастрюли воды и выкладываю в нее цветную капусту. Затем я очищаю помидоры от кожуры и мелко нарезаю их на маленькие кубики. Приступаю к нарезке куриного филе. Куриное филе также нужно нарезать на маленькие-маленькие кубики. Очищаю лук. Понадобится нам 3 луковицы в общей сложности. И нарезаю сначала чеснок, а затем лук. Проверяем готовность цветной капусты с помощью ножа. Если нож втыкается легко, значит капуста готова. Одну часть капусты половником выкладываем в дуршлаг, а другую оставляем. И также поступаем с бульоном. Бульон нам понадобится, чтобы сварить легкий супчик из цветной капусты. Добавляем в него немного куриного филе, одну часть. И оставляем вариться. Пока супчик варится, я нарезаю мелко зелень. Очищаю картофель и нарезаю его на мелкие кубики. Все готово, нарезано. В итоге томатная паста мне не пригодилась. И теперь надо нарезать вареную цветную капусту на небольшие такие кубики. Подготавливаем для обжарки 2 сковороды. Одну для того, чтобы обжарить курицу, а другую для обжаривания цветной капусты. Выкладываем лук и начинаем его хорошо обжаривать. Затем в небольшую сковороду, в которой мы будем обжаривать курицу, выкладываем куриное филе и хорошо перемешиваем все вместе. Накрываем крышкой, убавляем огонь и оставляем. А между тем займемся приготовлением цветной капусты. Наливаем растительное или оливковое масло, добавляем лук, начинаем обжаривать его до золотистого цвета. В супчик добавляем картофель. Добавляем в супчик для большего аромата 1 кубик. Не забываем время от времени перемешивать куриное филе. Добавляем чеснок и в супчик, и в курочку можно добавить, и в цветную капусту. И выкладываем мелко нарезанную отварную цветную капусту в сковородку. Подливаем немного растительного масла. Курочку нам надо посолить, поперчить и добавить паприки. Я добавляю паприку. И еще раз все хорошо перемешать. В курицу добавляем мелко нарезанные очищенные помидоры. И хорошо перемешиваем. Добавляем зелень и оставляем тушиться еще на 3-4 минуты. Не забываем посолить цветную капусту и поперчить ее. На моем канале есть другие рецепты с овощами, с мясом,
На ужин, на обед ссылки я вам оставлю в описании под видео, так же как и точное количество ингредиентов. Курочка приготовилась, супчик приготовился, цветную капусту нужно обжаривать до золотистого цвета. Все готово. Начинаем сервировать тарелки к ужину. Супчик у нас получился очень легкий. Мяско куриное, нежирное. Добавляем в него немного зелени. И подаем к столу. И на второе у нас цветная капуста с курицей. Курочка обжаренная с помидорами, с паприкой, с зеленью. Получилось очень ароматное, пахнет очень вкусно на всю квартиру. Обязательно приготовьте этот рецепт, отличный рецепт для ужина. Маленькое количество ингредиентов, легкий ужин для всей семьи. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте подписаться на мой канал, делитесь видео с друзьями. Хорошего настроения и до новых встреч!